Приветствую вас, девочка, вот судя по вашему описанию, поступает довольно, знаете, забавно, честно, я читал, и это было несколько смешно, ну то есть, она с вами в отношениях находится и говорит в какой-то момент, все, я не буду с тобой больше в отношениях, мы будем с тобой только дружить, но при этом она только разводит, она не хочет вас терять, а вот, говорит, что ей тяжело без вас, вот. Ну, то есть, это такая очень смешная, на самом деле, история, когда человек боится в какой-то степени ответственности, да, в отношениях, боится сближения, вот, и в общем-то, пытается себе и вот в данном случае вам объяснить, почему ведет себя она именно так, а не по-другому. Вот. Это на самом деле очень забавно, мне кажется. Хотя и, конечно, вне всякого сомнения грустно. Потому что это свидетельствует о том, что человек не совсем находится вот в ладах, да, со своими желаниями, своими чувствами, а может быть даже и своими мыслями. Вот. К сожалению, это вот, наверное, именно так. Вот, и мне думается, что, ну, конечно, могут отношения перерасти в, может дружба перерасти в любовь, но мне лично вот кажется, что у вас и так, в принципе, есть любовь, то есть мне, в принципе, кажется, что есть и так чувства у нее к вам, например, вот, просто она их вот по какой-то причине, она их боится, то есть она боится идти на сближение с вами, вот, и, соответственно, вопрос здесь, конечно, заключается в том, почему она боится идти с вами на сближение, да. Вот, по какой причине она, ну, боится идти на сближение с вами. Мне думается, что вот этот момент является очень важным. И, наверное, да, здесь хороший будет позиция, вот, хороший будет позиция при, ну, при которой вы не будете, значит, ну, не будете надоедать девушке, да, не будете ее как-то вот напрягать, да, вот, а вместо этого, ну, позволить ей быть просто вот той, кем она есть, да, вот, и
переживать, соответственно, те моменты, которые он видит. Вот. Мне кажется, это, в общем, именно вот такой момент, да, мне кажется. И, соответственно, вам в этом направлении имеет смысл, ну, двигаться. Вот. Да, действительно могут, могут отношения перерасти у вас это больше, да, тем более, что у вас уже они были. Вот, я имею в виду, отношения у вас уже были, и она просто их, по большому счету, прервала, да, прервала, потому что, ну, боялась, вот. И, на мой взгляд, такая вот история, вот, понимаете, вот, поэтому ваша в данном случае, ну ваше чувство, это, ну, ваши чувства, да, они, они понятны, вот, понимаете, какая штука, вот, то есть тут вот нужно очень, ну, очень деликатно ко всей этой ситуации относиться, потому что в противном случае просто вы можете, ну, девушку еще больше от себя оттолкнуть, вот, понимаете? Какая штука, вот, так что здесь такая вот ситуация, вот, так что, в принципе, добавить здесь, наверное, больше нечего, потому что слишком мало информации вы предоставили о себе, вот, так что я думаю, что тут нужно рассмотреть более подробно. Вот. То есть я не думаю, что у вас именно, знаете, вот ушла любовь. Вот. Я не думаю, что у вас ушла любовь. Я думаю, что она у вас есть, просто девушка, ну, боится. Она просто боится. Она просто боится, вот, назад. Отношения. Вот. Такая вот история. Такой вот момент. Вот. Это
то, что я могу вам сказать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я понимаю, что, вероятно, этого недостаточно. То есть, я понимаю, что, ну, наверное, вам этого мало. Вот, наверное, вы хотели бы получить более такую вот, ну, полную информацию, да, но, тем не менее, исходя из тех текстов вашего вопроса, больше, наверное, сказать пока ничего нельзя, но именно что это только пока, потому что если вы, например, решите выбрать себе специалиста, да, если вы решите выбрать себе психолога и поработать вот, с ним, да, то, вероятно, ситуация исправится. Вот, но пока что на данный момент, к сожалению, это вот, это так, на данный момент. Вот, на этом, в принципе, все. Надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, то я буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом, вы найдете ответы на все свои вопросы.